Здравствуйте, с вами канал Джулия, и сегодня у нас на обзоре томат черри. Здесь смесь, должны быть красные, розовые и желтенькие, но у нас поспели только желтые. Куст высокий, красивые, то что красивое, это да. Здесь сорта водопад, сладкий миллион, вишенка розовая. Что хочу рассказать. Мы уже пробовали этот томат, он уже даже лопнул. Он очень сладкий, и его как ягода, как конфеты. Кожица тонкая-тонкая. Вот они, видите, как на камеру не передает, но они вживую как прозрачные. Очень такие вкусные томаты, обалденные. Я думаю, что как взрослым, как и детям понравится этот томат. Но вот розовые и красные еще не поспели, мы их не пробовали. Ну а желтые — это обалденно вкусные томаты. Так что рекомендуем, кто любит сладкие томаты. Черри смесь — это сладкий и ранний урожай. На самом деле, на этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать наши видео.